Это обычный электросчетчик. А это так называемый двухтарифный прибор учета расхода электрической энергии. Как видите, визуально они отличаются только отчетным механизмом. А какая выгода последнего, постараемся сейчас разобраться. Начнем с того, что основное потребление электроэнергии приходится на утренние и вечерние часы. Ночью же потребление электричества резко падает. Для выравнивания электропотребления и снижения нагрузки на окружающую среду во многих европейских странах, а с недавних пор в России и, естественно, в нашем районе, стало возможным применение дифференцированной системы учета электроэнергии по принципу день-ночь. Основной смысл этой системы состоит в том, что потребление электричества в ночное время существенно дешевле, чем днем. Сутки делятся на две тарифные зоны. День с 7:00 до 23:00 и ночь с 23:00 до 7:00. Каждый назначается отдельный тариф. Региональная энергетическая комиссия, департамент цен и тарифов Краснодарского края установил размер тарифа на электроэнергию по дифференцированным зонам суток. Дневной тариф составляет 3 рубля 6 копеек, ночной тариф составляет 1 рубль 70 копеек. К плюсам перехода на двухтарифные электросчетчики можно отнести следующие. Они экономичны. Средняя экономия расходов на оплату электроэнергии составляет около 35%. Они просты в обслуживании, устанавливаются на место старого счетчика без дополнительного монтажа. И, кстати, гарантия на этот прибор действует 5 лет. В настоящее время количество абонентов, использующих двухтарифные счетчики для оплаты электрической энергии по тарифу день-ночь, существенно возросло. По данным электросетевых организаций, на территории муниципального образования Славянский район установлено свыше 3000 многотарифных приборов учета электроэнергии по состоянию на 1 марта 2012 года. Многие жители нашего города уже успели оценить экономическую выгоду от двухтарифной оплаты за электричество, установив модернизированные счетчики у себя дома. Так же, как и Ирина Васильева, которая вот уже почти год пользуется этим прибором, и несмотря потраченные на его приобретение 1350 рублей, остается довольной. В денежном, конечно, мы выиграли. Мы платим сейчас меньше, чем вот мы платили, у нас был обыкновенный счетчик. Летом, там, когда сплит-систему включаешь, там, конечно, хорошая выгода. Ночью обычно включаешь сплит, чтобы было прохладно. Там, конечно, существенно. Поэтому мы довольны. Очевидно, что установка двухтарифного счетчика учета электроэнергии, помимо весомой экономии семейного бюджета, также положительно скажется на работе электроподстанции нашего района и в целом на экологии края. Андрей Жболдин, Дмитрий Пухальский, Андрей Постовой и Александра Тимовская. Программа «События».